Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я прошу прощения у всех сразу же, потому что снимаю в дороге, я не дома и снимаю в дороге, но я хочу очень быстро как бы выложить вам это видео, которое вы ждете с шапочкой и с митенками, поэтому вот как могу, так и снимаю, девчонки. Поэтому сегодня мы вяжем шапку, вот уже у меня готова такая заготовка, сейчас я вам буду все рассказывать. Делаю акрил 85 метров 100 граммах, но девчонки, смотрите, я вяжу два сложения, вам достаточно будет 100-140 метров 100 граммах ниточки купить какие-то другие, то есть я вяжу из того, что есть, как обычно, а вы смотрите. Так, первое, что мы делаем, набираю 53 петли, вот, и распределяю петли таким вот образом. Первые 3 петли лицевыми, кромочная, лицевой тоже. Далее, лицевая гладь, вернее, первые 3 петли платочная гладь, то есть лицевой, изнаночный ряд, лицевые петли. Вторые 3 петли, вот они у меня обозначены, это чулочная гладь, в лицевом ряду лицевые петли, в изнаночном ряду изнаночные петли. Подробнее, девчонки, кто совсем не понял, что я, о чем я сейчас говорю, посмотрите видео снуда, там я подробнее говорю о этих как бы полосках. Далее, платочная гладь, 2 петли, 3 петли лицевая гладь, чулочная гладь, 2 петли платочная гладь и 3 петли чулочная гладь. Далее 37 петель платочной глади, то есть лицевой и изнаночный ряд, лицевые петли. Макушку я вяжу формата шапки бини, то есть вот такими вот клинами, укороченными рядами. Видите, у меня уже здесь связано 5 таких. Сейчас, кто не знает, как вяжется шапка бини, я покажу, как вязать этот клин. Лицевой ряд. У меня все петли лицевые. И буду вязать далее укороченными рядами. Это значит, что я не буду довязывать до конца ряда по одной петле. То есть в каждом ряду я буду оставлять по одной петле не провязанной в конце ряда. И так 10 раз. Сейчас я вам наглядно это покажу. То есть сам раппорт у меня состоит из 20 рядов. И у меня здесь остаются 2 петли. Кромочную я не считаю. То есть вот эту одну петлю я оставляю не провязанной. И поворачиваю работу. Вот видите? Здесь я делаю воздушную петлю. То есть вот так вот накидываю одну петелечку. И вяжу обратно по узору. До конца ряда. Смотрите, я довязала ряд до конца и уже начала вязать следующий лицевой ряд и довязываю до конца. Там, где у нас макушка. Вот смотрите. Здесь наши первые 2 петли, и здесь тоже 2 петли, то есть вот этот воздушная вот эта петля и одна петля из вязания не провязанная, вернее, не провязанная сейчас. И опять мы поворачиваем, то есть эти накид и петлю мы оставляем. То есть в каждом ряду как бы у нас будет здесь оставаться по 2 петли. То есть действующая одна петля из вязания и вот этот накид. Ну и здесь, соответственно, кромочная. Всего вот таких вот, сейчас я снова делаю воздушную петлю. И вяжу до конца ряда. В следующем ряду у меня останутся непровязанными вот эти вот 2 петли. То есть вот так вот по 2 петли. Вот таких вот ячеек у меня будет всего 10 штук. Вот смотрите, когда у нас остается вот здесь вот уже. Мы связали укороченными рядами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я не довязала, сейчас довязываю. И теперь мы вяжем до конца ряда. Вот этот накид, воздушную петлю, которую мы делали, мы провязываем вместе со следующей петлей. Это делается для того, чтобы не было дырок между этими петлями. И опять накид,
со следующей петлей. Так, до конца ряда. Видите, вот этот клинышек у нас сейчас как бы сравняется. Всего этих клиньев я провязала 6. Вы, конечно же, меряете по себе, но я думаю, больше 6 вам не понадобится. Вот, и кромочную я провязываю изнаночной. Следующий ряд я вяжу по узору. Вот такие вот 6 клинов. Видите, по сути, моя шапка готова. Не пугаемся, здесь у нас выглядит немного шире. Вот, а мы ориентируемся по вот этой вот части шапки. То есть здесь с количеством рядов мы можем корректировать объем. То есть меряйте по себе, но в этом месте. Еще я вяжу изнаночный ряд и буду петли закрывать. Сейчас я вам немножечко здесь на схемке нарисую, чтобы у вас была полная картина. То есть далее мы вяжем вот такими вот клинами. Не получается вот таким вот образом. Всего их 6 штук. 2, 3. У меня не влезет. Ну, образно. Вот, и здесь вот 10 раз мы оставляем по одной петле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот. То есть, чтобы все было как бы визуально немного понятно. Далее, если вы не хотите такую длинную шапочку, значит, наберите на 10 петель, 10-12 петель меньше, и она у вас будет. Вот 10 петель отсюда вы уберете. И она у вас будет вот такая вот мельче, просто обычная шапка. Я же вязала такую по длине, по принципу шапки бини, поэтому у меня так. То есть вот здесь вот мы набираем петель не 53, а допустим 40. И эти 13 петель мы аннулируем вот здесь, в этом как бы отсеке. Его не будет, если шапку хотите просто по макушке. А здесь у нас будет не 37 петель, а 24. Вот. И тогда у вас получится обычная шапка. Так, петли закрываем точно так же, как мы закрывали на снуде. Эти 3 петли, которые у нас касамы, оставляем, вытаскиваем петелечку, возвращаем, закрываем эти 2. Спускаем, вытаскиваем, так, и таким образом все. Уже далее мы просто закрываем эти петли до макушки, а эти петелечки точно так же, как эти, мы закроем до конца и распустим вот эти вот тоже до конца. Все 3 я распускаю и закрываю петли. И далее мы продолжаем. Вот смотрите, закрыла я петли и распустила наши косы. Теперь вязать буду руками косу, потому что руками. Все делаем точно так же, как в снуде. Кто смотрел видео, тот видел. Беру первые 2 как бы ниточки отсюда. Если вы вяжете в одно сложение, то у вас 2 нитки, у меня соответственно 4. Так вот пальчиком переворачиваю, и следующие буду брать по 5, то есть в моем случае по 10. 1, 2, 3, 4, 5. Можно это делать толстым крючком. Пробуйте, ищите свой способ, кому как удобно. Так,
и вот так вот вяжу все три косы. 5, 1, 2, 3, 4, 5, вот они, 5. Все, заплетаю косы до самого конца. Следите, чтобы у вас не западали, как бы заваливались туда ниточки, чтобы вы захватили все, как бы, распущенные нитки, и заплетаем наши косички. Продолжаем. Все три я заплетаю до конца. Вот смотрите, я заплела все три косы. Теперь беру крючок и основную нить. Я вот ее так складываю пополам, чтобы у меня здесь не было узла. Сейчас я этот краешек обработаю. Я вот так вот захватываю вот сложенная пополам нить, то есть она у меня будет два сложения, но я ее вот так вот захватила, чтобы не было узла. И вяжу столбиком без накида. Здесь вот захвачиваю закрытую петлю и эту косу. И провязываю здесь, то есть делаю своеобразную петлю. Точно так же, как и на снуде. Четыре столбика без накида я сделала. Так, и продвигаюсь далее. Здесь вот то же самое. Далее я ее просто там замаскирую. Теперь вот видите, вот это будут наши петельки для пуговицы. Теперь на макушке я оставила побольше нить, когда закрывала, так как у меня двойная, я одну вот здесь вот обрежу и сшивать буду всего одну. Так, все. Складываю лицевыми сторонами вовнутрь и сшиваю макушку вот здесь вот. И сшиваю до вот этих вот кос. Здесь у нас открыто. Вот эту часть я сошью. Так, ну вот, девчонки, смотрите, сшила я свою шапочку. Вот она. Смотрите, какой нюанс, видите? Вот краешек у нас получается немного присобранным. Пришила я, кстати, пуговицы, застегнула их. Вот они, так вот выглядят. И я беру, вот смотрите, продеваю в иглу резиночка, которая продается на катушках с изнаночной стороны. Вот видите, такой волнистый край. Вот, видите, девчонки, как оно получается. Краешек теперь держится. Так, и макушка. Как я буду носить макушку, я вам покажу на фотографии. Вот я люблю вот так вот. Я вот эту часть заворачиваю вовнутрь. Либо как шапку Бинни, либо вот так вот завернуть. Вот. Конечно, на голове оно виднее. Кстати, я так даже не могу. Это я уже могу на голове. Я, к сожалению, сейчас нет у меня моей мадам. Вот. Где-то так примерно. И все, девчонки, наконец-то мы это все связали. С вами была Вика из школы рукоделия.
Забыла еще раз повторить, что если хотите без вот этого хвостика шапку, наберите на 10-12 петель поменьше, у вас получится обычная облегающая шапка. Вот, а с вами была Вика из школы рукоделия, я с вами прощаюсь, подписываемся на Инстаграм, там будут розыгрыши и то, что не вошло в YouTube. Планирую очень много интересного, как только разберусь со всеми настройками. Все, девчоночки, всем пока. Надеюсь, я успела вовремя с шапочкой. Всем пока-пока.